Недавно президент подписал указ о аннулировании фактически соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 государствами, куда попал весь список практически стран Евросоюза, Япония, США и несколько других недружественных государств. Сейчас фактически вы будете платить двойные налоги и в одной стране, и в другой. Нельзя будет оптимизировать этот процесс, и в целом процедуры усложнились.